спасибо, что откликнулись на встречу с депутатами фракции «Единая Россия», Законодательного собрания Вологодской области, депутатами Городской думы. На Вологодской 3 в свое время компания «Северсталь» установила детскую площадку. И поэтому, безусловно, чтобы эта зона была отдыха более комфортной, необходимо соблюсти ряд условий. А это и освещение, это и дорожки, но самое главное – безопасность детей и их родителей. К сожалению, аварийные деревья имеют место быть, и, соответственно, их необходимо, наверное, вовремя убрать и посадить обязательно новые. Когда начали рассматривать объекты, которые предложены и защищены, и которые предложены ТОСами, они все так или иначе получается, что растягиваются на несколько лет, на 1-2 года. И у нас получается, что в этом году мы что-нибудь раскопаем, в этом году мы что-нибудь начнем, мы вроде бы все начнем обсуждать и договоримся, а потом приходит следующий год, оказывается, что здесь либо трава поросла, либо здесь уже что-то еще, асфальт уже успели положить. Учитывая, что у нас бюджет все-таки очень хороший, вот в первую очередь за счет крупных предприятий, не могу не сказать, которые нам НДФЛ перевели намного больше, чем мы ожидали, плюс в целом собираемость по налогам очень хорошая. Давайте не будем растягивать все это там на 2-3 года. Давайте примем решение. Значит, Светлана Андреевна, прошу подготовить корректировку на ближайшее заседание Городской думы. Значит, берем 57, добавляем 72, получается сколько у нас там, 129-130 миллионов, и выносим корректировку бюджета, и будем делать все в этом году.